утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Доброе утро. Здравствуйте. А вот я сегодня раньше всех постель убрал. Да? А хвастаться нехорошо. А я не хвастаюсь, ну сам посмотри. Я умылся, оделся, постель застелил, а ты еще с подушкой в обнимку ходишь. Ах так? Ты в меня подушкой? Ну, зубок, погоди. Ой, доброе утро! С добрым утром, тетушка Дарья. С добрым утром. Ой, ну простите меня, пожалуйста, тетушка Дарья. Я не хотел в вас подушкой попадать. Угу. То есть ты хотел попасть в зубка? Да, а он первый начал. А ты хвастался. А ты первый кидаться начал. Ты хвастался. А ты первый начал. Тише, подождите, я не пойму, что у вас случилось? А Коксик хвастался, что он раньше меня постель убрал. А вот хвастаться нехорошо. Да, я знаю. Ну вот, я рассердился и как кину в него подушкой. Вот. А сердиться, зубок, по пустякам, да еще при этом подушками кидаться тоже нехорошо. Да я знаю. Ну, не удержался я. Простите меня, пожалуйста. Ну что, простим? Простим. И у подушки своей тоже не забудь прощения попросить. Вот еще. Зачем? А я не думаю, что ей понравилось по воздуху летать. Ну это же подушка. Да, всего-навсего подушка. Но для жизни вещь очень нужная. Ой, тетушка Дарья, вы еще скажите, что у подушки есть своя очень древняя история. Да, ты знаешь, зубок есть. Правда? Правда. Давным-давно, много тысяч лет назад, люди спали на земле. И голову при этом клали на камень или на кочку. Вот это да! Кочка вместо подушки. Ну, это же неудобно спать на кочке. Ага. Да, действительно, это не очень удобно. Да и потом было не лучше. Ведь первую подушку сделали из дерева. В деревянном чурбачке выдалбливали углубление, чтобы голове было удобно. И вот на таких деревянных подушках люди проспали много-много лет. Много-много? Очень много. Да что же это такое-то? То каменные, то деревянные. Ну, неужели нельзя было придумать что-нибудь помягче? Да. Можно, конечно, можно. Вот. Изрядно помучившись, древние люди стали обкладывать свои деревянные подушки сухими листьями, травами. Не, все равно жестко. А нельзя еще помягче? Да, помягче. Можно, можно. Первая мягкая подушка была сделана из сухой травы. Правда, наволочка поначалу была кожаной и жестковатой, а поэтому не очень удобной. Значит, это еще не совсем настоящая подушка была. Согласна. А вот когда наволочку сделали из грубой ткани, получилась настоящая. Сквозь грубую ткань трава не пробивалась и не колола лицо. Ой, какие молодцы древние люди, а! Как они все здорово придумали! Но не понимаю, чему ты радуешься, Коксик? Из грубой же ткани. Не торопись, зубок. Поверх грубой матерчатой наволочки надели тонкую. Вот и получилась в результате такая же чудесная подушечка, как у тебя. Наволочки стали шить очень нарядными. Из ситца, шелка, парчи, с кружевной отделкой, с вышивкой. Отдыхать на таких подушечках одно удовольствие. И удобно, и приятно. Ну вот, совсем другое дело. Ой, мягенькая, гладенькая, уютная моя подушечка. Ой, на ней так хорошо спится. Подушечка моя, подушка. Два брюшка и четыре ушка. Мяу.
обойдутся без подушки ни взрослые, ни малыши. Ой, из бархата или из ситца? На всякой сладко-сладко спится. И сон веселый вам приснится, как все подушки хороши. Вот, оказывается, какая чудесная история у моей подушки. Подушка вполне заслужила, чтобы мы ее поместили в Шишкин музей. Ага. Прекрасное изобретение. Ой, как все-таки здорово, что люди догадались сделать мягкую подушку. Да, хорошо, придумали. Она обязательно займет почетное место в нашем Шишкином музее. Но сейчас давайте прощаться с ребятами. До свидания, ребята. До вечера. До встречи в Шишкином лесу. И храни вас Господь. Кто аккуратен, тот и людям приятен. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.